Приветствую, бойцы! Как у вас дела? Как настроение? Добро пожаловать на тестовый сервачок. Давайте попробуем робота Тайфун, как он разваливает, как его разваливают. Я буду отыгрывать на двух Тайфунах, на криопушках и на атомайзерах. А разваливать мы будем Тайфуна вот на такой сборочке, на такой. И очень крутая динамика, смотрится смешно, смешно, но эффективно. Скорпиончик. На всех роботах поставил антиконтрол, астент и термонуклеоректор. Я думаю, из всех этих роботов, что у меня в ангаре, самый крутой, это, как ни странно, скорпиончик на динамиках. Это будет просто имба. Но, бою посмотрим. Полетели. Так, итак, полетели. Громкость. Громкость нормальная. Слышно, все видно, отлично. Так, 60 FPS, тени работают. Ну, ремастер удался. Я думал, что возможно... Так, чувствительность увеличена у меня. Я думал, что возможно будут отключаться тени. Но все нормально работает. В этом плане все нормально вышло. Так, я активирую свою способность. Отлично, Хоп не поставил антиконтрол, поэтому сейчас он поражен. Куча негативных эффектов. И Хока пилот потерял. Так, настройки интерфейса. Давайте вот так бахнем половинку, что-то чересчур быстро не поворачивает. Все нормально. Так, можно, конечно, на Хока, ой, на Тайфуна поставить глазик и мочить соловьев всяких разных. Соловьев неимоверно много. Так, бамс, ну-ка смотрим. Все отлично, застанен, проклят, в общем, куча негативных эффектов. Так что в современных условиях, вьях, дорогие мои телезрители, на всех, абсолютно на всех роботов, неважно, нужно ставить антиконтрол. Ну, возможно, Равана. Опана. Отлично. Обменялись мы своими способностями. Оба приняли способности на щит Эгис. Так что сначала нужно Тайфуну щит Эгис раздолбить, а потом уже накладывать всякие негативные эффекты. Также, в принципе, Соловей по мне будет стрелять. По идее, негативные эффекты срабатывать не должны. Ну-ка, Соловей, постреляй по мне. Но Соловей там чем-то увлеченно занят, там кого-то колбасит. Тайфун. Плюх. Да, отлично, застанет, проклят, все отлично. Норм. Так. 32 норма. Ага, в астрал ушел. Вот видите, сейчас по мне что-то плюхнуло. По-моему, это по мне Тайфун плюхнул. И ничего не сработало, потому что щит Эгис меня защитил. Так, стреляем по Тайфуну своей способностью. Да, не работает. Так что имейте в виду всякие там соловьи, разбойники, которые все, всех, все и все, не знаю, там... Миносы, хрининосы, минги, все проклиная, да? Опа-на. Вот сейчас вот сработало, видели? Справа появилась куча негативных эффектов у врага. В общем, всякие соловьи, блицы. Ну, ничем хорошим для вас выход робота Тайфун на боевой сервачок не сулит. Вы не будете нормально так отыгрывать там. Ну, возможно, опыт. Ну, как все поначалу, да, потом будет непонятно, потом, возможно, приноровятся люди, да? Отлично, заработал негативный эффект. Сначала люди будут ломать щит Эгис Тайфуна, а потом уже, соответственно, накладывать всякие там негативные эффекты. Вопрос, конечно, с соловьем. Соловей летает в воздухе. Как он будет снимать щит Эгис? Как он будет пушки Тайфуна проклинать? А вот тут, скорее всего, ничего не получится. Так, Тайфуну щит Эгис снимаем. Плюх. И зависончик небольшой между первой и второй. Но я вижу, какие-то негативные эффекты появились. Ноги заморожены, оружие плохо стреляет. Значит, все-таки негативный эффект с лагами, но применился. Плюх. Смотрим. Да, куча негативных эффектов. Все нормально. 32 норма. Сливается. Ё-моё, я на одном Тайфуне весь бой отыграю. Обратите внимание на моё ХП. Чем мне реально даже ни разу не коцнули. Все, щит Эгги защитил. Это просто, я думаю, будет имбец. Почему... Ты кто? Почему скорпиончики не прыгают? Я не знаю. Я вот скорпиончика собрал на динамиках. Должен всех разрывать. Но почему враги не собрали скорпиончика на динамиках? Плюхаем. Негативные эффекты. Да, сработали. Враг поражен, разочарован, расстроен. И мы забрали его. Но тестовый сервачок тестовым сервачком. Все тестируем, но маяки никто не отменял. Так что маяк я захватил. Там появился титан Медуза. Сейчас мы с ней сделаем что-то нехорошее. Близ без родного пилота на тестовом сервачке. Плюх. Да, куча негативных эффектов на Медузу применилась. Отлично. А вот, вот кого я и боялся. Уходим в астрал.
До сих пор у меня фуловая хпшка. Все, все, вот пошли мне колбасить. Способность применяю. Нет, по-моему, сработало на этом ластенде и ничего не применилось, по-моему. Когда у врага работает ластенд, ты применяешь свою способность, по-моему, способность не применяется. Так, Арес, выключай свой щит. Арес дает заднюю. Ну, ё-моё, что так долго-то, Арес? Так, плюх. Я убил его с помощью атомайзера. Так, у нас гонка за маяками вроде бы, да? Да, вообще пофигу. Посмотрите, как меня щит Эгис защищает. Офигеть. Я отыгрываю в основном от щита Эгис. Что творит? А, нет, у нас это, превосходство. Беленький экранчик, но ничего страшного. Белый квадрат Варобус. Так его назовем. Так, ты тестируешь паучка. Молодец, красавчик. Скорее всего, ну, я, возможно, буду снимать ролики для новичков. Плюх. Негативные эффекты применились. Да, мать его, офигеть. Буду снимать ролики для новичков. Новичков просто пруд пруди. Так, немножко на упреждение стреляем. Какие роботы есть у меня в ангаре? На тех буду ставить всякие пунишеры, хренунишеры, там, тараны, магнумы. Ну, оружие новичковское. И показывать буду, как отыгрывают в чемпионской лиге. Вот, допустим, планирую я на инвайдере снимать. Раньше был топовым роботом, топовым танком. Сейчас что-то нету в чемпионской лиге. Но у новичков, возможно, он выпадает. И вопрос. Как на нем зарядил? Как на нем отыгрывать и так далее? Много вопросов возникает у новичков. Повторюсь, не потому что я рекомендую качать инвайдер, а потому что у новичков робот... Офигеть, все, проклят. Проклят, унижен, обездвижен. Забираем его. Тра-та-та-та-та. Я играю сейчас агрессивно, можно было более аккуратно. Но что-то даже такая агрессивная отыгровка особого вреда мне не причиняет. Вот щит Эгис урон на Титана заблокировал. Я начал получать урон и ушел во свояси. Плюх. Так, я стрельнул сейчас по щиту Ланселота своей способностью, и способность не применилась. Также тоже наматываем на ус. Если по физ-щиту вы стреляете, значит способность не применяется. Негативная. Так, по Мингу плюх. Куча негативных эффектов. Посмотрите, что с Минго происходит. Это, короче, я не знаю, там типа Тайфун, Тифак. Тимон его называют, Тимон и Пумба. Но это какой-то ведьма, это чисто робот-ведьма. Столько негативных эффектов, так быстро все кадешится. Щит Эгис, который вполне так неплохо защищает. Астрал, давай, давай. Сейчас мы тебе плюх сделаем. Плюх. И все, Арес парализован. Унижен, оскорблен и так далее по списку. Сейчас, конечно, я чересчур наглею, так делать не надо. Ну даже вот так, в принципе, быстро кдшишься. Перешел на китайский язык, я не только английский, учу и китайский. Быстро регенерирующийся щит Эгис у Тайфуна спасает его. Даже вы знаете фишку. Ну, там, не знаю, там, допустим, 10 тысяч у вас щит зарядился, а по вам стреляют 100 тысяч дамага заливают. И все 100 тысяч дамага эти 10 тысяч щита защищат. Вот такая механика, говорю, Warobus. Лайфхакера ловите сразу же. Записывайте еще один лайфхак. Так что лучше стрелять, допустим, поочередно. Там. Вот Булвар, что должен был делать? Левым, правым слотом вооружения стрелять. В общем, мои ролики и красивые, и информативные. Так, новичков в игре вообще пруд пруди. Я просто балдею. Поэтому надо для новичков что-то поснимать. Ну, в общем, такие показатели по дамагу, полетели дальше. Та же самая карта, но уже гоночка за маяками. То есть будет более динамичный бой. Собрал сборочку, которую обожают топы. Ну, топы обожают две сборки на Хока. Это нуклеоны Кваркеры и Шредеры нуклеоны. Типа сейчас у меня со становым эффектом. Без всякого дрона могу станить. Но если поставить дрона, там всякие кружечки эти, все эти, там, которые дополнительный стан, ну, будет гораздо все лучше. И приличный. Так, мой килл. Сейчас мы будем стараться ловить этих турбоящеров. Вот он, турбоящер первый. Тайфун, да? Так, щит Эгис ему сломали. И, в принципе, мы его убиваем. Так неплохо. Почему-то Тайфун по мне не стреляет. Ты почему на Хока не обращаешь внимания? Даже немножко обидно становится. Хока-то первым делом нужно проклинать. Ты же ведьма, блин, как оказалось. Так, он кого-то медика колбасил. Так. Здравствуйте, здравствуйте. Куда вы прете-то? Куда он прет? Вообще просто включил кнопку вперед, ни шагу назад, да и полез. Куда лезет? Вот он еще один тайфун.
Так, вот он засрал мне пушки. Вот этот тайфун молодец. Красавчик. Даже с засранными пушками я по нему стреляю. Сейчас вылетаем. И все-таки тебе мочкану, блин. Что-то вот ты отыгрываешь как-то неправильно. Не от укрытия. Вот в чем его ошибка. Я-то как-то на тайфуне очень хорошо выживал. Выживаемость у меня была побольше. Вы Гарадов тестируете вот этих зеленых драконов, что ли? Которые не зеленые какие-то, с металлической покраской уже, да? Так, Гараду щиты поломал. Давай, давай. Во время полета у него сопротивление урона 80%. Как видите, ни хрена он не пробивается. Но все-таки я его добил. Потому что поставил ластенд. Не было бы ластенда, мне бы было бы хана. Так, тайфун. Ну, ему, по идее, нужно, наверное, скорее всего, сначала подломать щит. Но он стоит за нашим другом. Я стрелял по тайфуну, а пульки все попадали в нашего друга. Паук, как его зовут-то? Вейланд. И он, тайфун, не получал повреждений. Ну, то есть, тоже лайфхак записывайте, новички. Становитесь за врага. Союзники врага стреляют по вам, а попадают в своего союзника. И в итоге вы не получаете повреждений. Кто ничего не понял, перемотайте данную запись. Что я сказал? Я сказал все правильно. Просто трудно это воспринимается. Так, кто-то оказался сзади меня. Локич. Давай. Да моя основная задача — это тайфуну валить. Вали тайфуна налево-направо. Наташу вальнул. Маяков у нас, как всегда, нет. Поэтому давайте еще и маячок заберем. Что-то по ресу стрелял. Возможно, игра лагала. Урона как-то не было особо. Это Близ, да, или кто там? Где тайфуны? Кумихо, вы что, совсем с ума сошли? Так, берем динамики. Сейчас мы немножко музычку включим. Мой килл. Что, вы с ним не можете справиться? Я запросто с ним справлюсь. Опа, телепортируемся. Ты кто? Кумихо? Бам, бам. Напоминаю, динамики вооружения стреляют не очень далеко, но вооружение очень эффективное за счет того, что весь урон, нанесенный динамиками, не восстанавливается. Вы не сможете отрегенить его. Это очень-очень круто был. Бам-бам-бам-бам. Так, отлично. Тайфун! Парни тестируют хрен пробей чё. Куча новичков. Каждый думает в своей лиге там экспертов, мастеров, бриллиантов, там стажеров. Думают, вот, буду катать на Гарате. Тащит робот, не тащит, проверяет. Поверьте мне, не тащит. Всех роботов, которые не актуальны, качайте до 9 левела. И будет вам счастье. На 9 левеле открываются все слоты пассивные. Вы можете поставить кучу этих пассивных модулей. Скорость максимальная. И вообще до 9 левела, как правило, качается не так дорого. Вот 10, 11, 12 уже вопросы. Ну, возможно, до 10 левела стоит прокачать неактуального робота. Так. Всех актуальных, конечно, можно и в топ загонять. Но, конечно, если есть серебришка. Так, ты тестируешь еще паучка. Ну, давай посмотрим. Кто круче, паучок или скорпиончик? Я удивлен. Этого не может быть. Так, идем, ищем тайфуна. Вот он вроде бы тайфун, но что-то нас сейчас будет скорпион валить. Ой, это... Понятно. Хок-хок. Тайфун. Тест. Тест на тестовом сервачке. Кто круче? Бам-бам-бам-бам-бам. Чао, бомбина, сеньорита. Он даже не понял, что я сзади, и почему-то он стоит на месте. Проснись и пой. У тебя запой. Я вообще не понял. Он отключился, что ли? По-моему, он отрубился. Так, мой килл там. Пошли уже титаны, да? Ой, какие вы крутые. Как мне страшно. Боюсь. Ну-ка. Выбираем более отдаленную цель. Это, в данном случае, этот пилот 85. Будем тебя бить. Бам-бам-бам. Ластен зажгли ему. А теперь, естественно, не титана, а вот этого очень крутую машину. Дамага она раздает просто неимоверно много. Ну и умирает очень быстро. Ай, ё-моё. Давай, бамс, бамс, бамс. Маяк наш. Я титана никого не брал. Сейчас протестируем, ну так скажем. Ну, мы тестировали уже. Так, прокляли медузу, вот красненькая стоит. Не обездвижена, пушки слабо стреляют. Ну и заберем, не заберем. Заберет ли тайфун медузу? Ну, конечно, там еще враги помогают медузе. Проклинаем опять. Хопс. Стой. Вы видели, что медуза по мне применила способность. То есть негативный эффект на меня наложила снижение урона. Но у меня сработал антиконтрол.
Так что имейте, товарищи, в виду. Ну вот, и в принципе, без особых проблем на Тайфуне вальнул Титана. Это что такое-то вообще? Ну это заявка на успех, наверное, да? Однозначно. Вот опять и пушки. Медузе засрал, пушки стреляют слабо, медуза обездвижена. И там еще какой-то негативный эффект. Если я правильно помню, дот-эффект. Какие там три способности у Тайфуна? Пушки на 50% слабее стреляют. А давайте прямо сейчас, извиняюсь. А, блокируют активацию способности у противника. Да. То есть, ну, допустим, на Хока нажали, способность применилась, Хок не может залететь, Джун не может залететь. Ну, в общем, способность перечеркнута, не работает. Активная способность тоже не работает. Плюс к этому локдаун, враг стоит, и еще к этому на 50% пушки его хуже стреляют. Ну, в общем, чисто ведьма, ведьма, сжечь ведьму. Можно будет тематический ролик снять, как Тайфуна сжигать. О, Джун стоит, все, обездвижен. Засран, унижен и так далее. В общем, робот вообще веселый, вообще просто... Естественно, бред полный, но веселый. Ну, игра в робот уже давно стала бредом, но веселым бредом. Мы играем не так, чтобы там серьезно там прокачаться, там не план, там и так далее. Нет, чисто поржать, повеселиться, там пообщаться в коллективе веселом. Вот лично я поэтому играю в робот. А так, если честно, разобраться, ну, уже давно способности всякие, там, модули, хренон-дули, уже полностью потеряли связь с землей, это абсолютно нереально. Но красиво и весело. И люди играют, и людям нравится, мне тоже нравится. Так, поэтому серьезно к игре робота не подходить, она вас разочарует. Также робот раскрасили, стал более красивый с предыдущей тестовой сессии, но видно, что... Такие обычную покраску делают разработчики специально невыразительную, для того, чтобы люди старались каким-либо образом купить раскраску новую. Возможно, в операциях будет продаваться новая покраска, ну, то есть, таким образом люди, пиксоники зарабатывают деньги, одним из способов. Так, покраска симпатичная, но невыразительная. А на этом, друзья, все, предельно все рассказал по роботу, еще всякие там лайфхаки, половину, что знал, рассказал. Остальную половину лайфхаков расскажу в обыкновенных роликах. Пока.